Всем привет! Сегодня мы будем делать мыло розу. Для этого нам понадобится мыльная основа прозрачная. Мы ее будем красить с помощью диоксида титана. У меня в порошке. Также нам понадобится водорастворимый зеленый краситель. Возьмем масло виноградной косточки в качестве жирного базового масла. И будем использовать отдушку роза. И, как всегда, нам понадобится спирт. Форму я возьму силиконовую. Здесь необходимый вес основы где-то около 100 грамм. Возьмем чуть-чуть больше, потому что я хочу сегодня сделать два мыла, две розочки. Так, начнем, как всегда, с того, что расплавим основу. Ну вот, наша основа расплавилась. Нам потребовалось где-то около минуты для этого. Выливаем часть основы в один стаканчик, большую часть, и чуть-чуть поменьше в другой. Диоксид титана нужно предварительно разбавить. Можно в глицерине, я разбавляла в воде. Пропорция 1:3. На 1 чайную ложку диоксида титана я добавляла 3 чайных ложки воды. Добавляем его и в этот стаканчик, и в этот. Добавляем по цвету, как нам больше нравится. Размешиваем. Теперь у нас 2 стаканчика с белой мыльной основой. Стаканчик, где мыльная основа у нас поменьше, мы добавим краситель водорастворимый зеленый. Берем водорастворимый, потому что они мигрируют в мыле, и в дальнейшем он даст нам очень плавный переход. Добавляем очень-очень мало, потому что мне нужен нежный зеленый цвет. Ну, вот как-то так. И теперь добавим масло виноградной косточки. Пол чайной ложечки. Стаканчик, где у нас больше основы. И буквально несколько капель там, где поменьше. Перемешиваем. Теперь дело за отдушкой. 4 капельки у нас пойдет. Стаканчик побольше. И 2 поменьше. Теперь берем форму, сбрызгиваем ее спиртом и заливаем по чуть-чуть. Нам нужно закрасить вот эту форму, если мы посмотрим внутрь. Есть такие выемки, ну, роза, так скажем. Нам нужно залить по краям, так чтобы было совсем чуть-чуть зеленого. И, не дожидаясь застывания, немножко спирта, заливаем следующий белый слой. Убираем пузырьки с помощью спирта и даем мылу застыть. Мыло застыло, давайте извлекать его из формы. Интересно, что же у нас получилось? Получилась у нас вот такая вот розочка. Сейчас я хочу сделать еще одну. Для того, чтобы это был красивый подарочный наборчик, обязательно потом вам покажу, что же у меня получилось. Ну вот, у меня получилось 2 таких нежнейших мыльца. Теперь я упакую их в прозрачную пленку и оформлю в
вот такой вот ленточкой. По-моему, очень даже миленько смотрится.